Всем привет, ребята! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Алексея. И у нас сегодня не роллинг, не прохождение, у нас сегодня сливака. Это обычное дело уже на русском сервере, много людей уходят. И он тоже решил уйти. Появилась Castle Clash вторая часть. Пока она сыровата, но очень интересно. Поехали посмотрим на аккаунт, сколько здесь доната. Ну, почти 800к доната, ребят. Неплохо, неплохо. А что есть по героям? Сейчас мы проверим. Такс. 81-89. Розы, космос, зефирки, понятно, нет. Землеройки свалены, махатмер гадки. Вот так вот. Все остальные есть. Находится он в гильдии. Не буди медведя. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые, третьи места битвы гильдии, атака фортов, группа ВК. Не буди медведя. Явка обязательно. Пишите, вступайте. Отметимся. Так, что по ресурсам? О, есть нормально. Еще что-то. Сейчас выбьем с коробочек. Да, жалко, конечно, сливать такие аккаунты, но... Хозяин, барин. Было бы можно почту отвязать, было бы попроще, можно было бы подарить, разыграть, но так. Так, огник, неплохо, посмотрите, какие 9-9, обалдеть. Классный аккаунт. И, конечно же, много школьников набомбит. Вау, слил, лучше отдай мне, ребят. Я думаю, многие бы согласились отдать свои аккаунты просто кому-то там, не знаю, школьнику, либо тому, кто играет, задротит. Но, к сожалению, почту отвязать нельзя. Да, хорошие герои. Так, рунки все сняты. Не все. Сейчас мы поснимаем руны и начнем трэш. Так, отлично. 104, 104. Давайте в кого-то. В кого-то начнем. Чик. Жесть, конечно. Так, что здесь у нас по героям есть? Давайте откроем дракона, ставим ему дракона. Ведь мега дракона, то обычно мы бочка, бочка, бочка. Надеюсь, кому-то из вас придут эти герои. Люблю это дело, я уже привык. Люди, блин, годами пробуют выбить, а тут просто заходишь и сливаешь. Эджип, пора уже ввести такую эту в обнове нововведения, слить все сразу. Это, думаю, для многих аккаунтов будет очень полезная функция. Кстати, вот стрелки, анубисы начали падать после того, как их там дали всем полноценно. Очень часто они падают. По крайней мере, я на роллингах вижу, что не так, как раньше, хрен достанешь. Блин, столько легенд. И все это из-за того, что игра реально развивается не так, как надо. Вообще не так, как надо. Скажем так. Посмотрим, что она обнова нам принесет. Скорее всего, она будет завтра, либо послезавтра на Тайване. Мы уже увидим, что там интересного будет. Так,
Шапочки. До свидания, шапочки, его наконец-то. Блин, неплохой у него алтарь, я вам скажу. На какие герои при таком донате. Вполне нормально. Прощай, прощай. Это, в принципе, правильное решение. Тема, когда-то к этому придем. То придется слить аккаунт. Чтобы сюда не заходить и не задротить. Хотя игра сама по себе веселая, интересная. Можно играть и без доната, наверное. Это не точно. Так, отлично. Подарки, что у нас тут есть? Да не будем мы карты, думаю, открывать. Мы вот так вот сделаем. Надеюсь, вам что-то интересное придет. Ничего себе, сколько всего. Кстати, я таки говорил, буду фармить Сарделю. Вышла новая версия. Сейчас будет обнова опять. Нифига не успеваю. Это печально. Жизнь, боль. Кстати, нормально мы этих продали. Там, смотрите, что делается. Да, вот было бы неплохо, чтобы был какой-то фильтр. Потребляемое. Ну, тут понятно, тут. Ой, сколько всего. Карта битвы. Так, давайте начнем. Руны нету, потребляемое только есть, да? Либо все. Тут по максимуму все, что можно продать, мы сейчас продадим. Но думаю, на чем-то мы по-любому застопоримся. Вот, молотки. Не, молотки дала все продать. Скины. Да, надо бомбить в IGG, чтобы просто тупо давали возможность отвязать. Хотя, если они дадут возможность отвязать аккаунт, многие просто начнут продавать. Ну, не многие, еще больше народа начнет продавать аккаунты. Я думаю, этого не стоит делать. С другой стороны, хочется просто даже отдать свой аккаунт кому-то. И мы не имеем этой возможности. Ну, либо на доверие. Либо сразу же изначально создавать на такой почте, где ты будешь уверен, что на тебя потом не надо будет. Блин, сколько всего. Нормально, кстати, ресов сейчас накупим. Все. Больше ничего продавать с этого не сможем. Не, еще монеты можем продать. Отлично. Золото тоже уже нельзя. Значки почета еще можно. Ну, тут либо туда, либо туда. Дешевле продавать. Все, синий в перелимит. 661. Жалко мне 666. Талантики, смотрите, ребят. Надеюсь, они вам тоже придут. Чарка. Исцеление, блин, топовое. Да. Ну все. Это тоже не дает продавать. Окей, поехали. Гарнизон убираем. Чем-то на мою похоже.
Поехали качать дракончика. Вот он наш дракон. О, ничего себе, поддержка. Выживание. Нет, с ракушкой он не имба будет. Разброс тоже не хочу. Милость пророка. Железка. Ну, смотрите, как падает. Утекание. Баст. С бастом сделаем. Ладно, не хватает, так не хватает. Поехали. Использовать. Самое интересное будет в конце. Так, пошли герои у нас с эволюциями уже. Интересно, не, ну вряд ли нам хватит. По-любому на фул не хватит прокачать. До восьмерки, я думаю, дойдем. Должны, по крайней мере. Так, где там у нас еще пачки есть? КБшки. Еще 27 героев, что-то многовато. Где-то еще по других локациях. Хотя пишет не задействован, странно. Скорее всего, эмблемы на всех стоят, да. Еще куча эмблем нормальных. Ремка седьмая, прям как на сардельке. Берс. Понеслась. Герои со вторыми эволюциями. Так, ну не понял, что за фигня? А, питомцы, блин, еще. Я думаю, что такое? Я уже и забыл, что питомцы тоже очень мешают в слитии аккаунтов. Так, а где наш пэтик? Вот он, домник. Вот оно чё. Все, теперь точно все.
Все, осталось их всего лишь 5. Ну что, поздравляю, теперь ты свободен. Желаю тебе, скажем так, чтоб все твои мечты сбылись, то, чего ты загадал и надумал, свершилось. Поехали. Бум. 79 тысяч сил осталось на аккаунте. Ничего себе, даже ремочку вытащили. Вот так вот бывает. Давайте попробуем. Ну, славы у нас нету. Попробуем что-то на него словить. Просветик. О, ничего себе, ремочка. Посмотрите, как падает, когда аккаунт слит. Исцеление, обалдеть. Это однозначно надо ставить. Самый топовый талант. И ракушка лезвия. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, вступайте в гильдию «Не буди медведя». Всем удачи, всем пока.